отправился по Черногории на корабле с посещением двух красивейших городов Хотор, Герцог Нови. На рифе искусственный остров, а на нем находится монастырь-музей. Далее, через всю бухту проплываем на пляже Мириш, остановка на купание. Здесь туристы уже выбирают, либо они купаются с корабля, либо можно взять небольшие такси-лодочки и сплавать в голубые гроты. Очень красивые пещеры с маленьким входиком, очень красивого цвета вода, бирюзового цвета. Всем пока!